13 августа в здании администрации прошло заседание общественного совета. Под председательством Владимира Муравьева состоялось рассмотрение актуальных для жителей города вопросов. На предыдущем собрании в апреле общественным советом была организована рабочая группа для составления комплекса мер, направленных на повышение качества питания детей в школьных столовых. Тогда члены рабочей группы представили совету свои предложения о нововведениях. Среди них повышение доступности информации о качестве продуктов, привлечение старшеклассников в управляющие советы, а также мероприятия, направленные на повышение престижа профессии школьного повара. По мнению совета, это позволит поварам совершенствоваться, увеличит интерес и мотивацию к работе. Поэтому и сгенерировано такое предложение, что повара будут соревноваться между собой, их работа будет выставляться, и они будут знать, и предложили поощрять. Одна из функций общественного совета – помощь десногорцам в решении городских задач. Так в совет поступило обращение от граждан о повышении безопасности на автодорогах в черте города. Особенно опасным, по мнению жителей, является пешеходный переход от памятника «Ангел мира» до магазина «Новинка». Не так давно на этом месте был совершен наезд на велосипедиста. Причины этому обратившиеся видят в зеленых насаждениях вдоль дороги. Там растут насаждения, то есть туи. И автомобилист только в последнюю, грубо говоря, на последних метрах движения видит пешехода, либо, что страшно, велосипедиста, который уезжает на проезжую часть. Избавиться от деревьев на этом участке вряд ли получится, ведь насаждение не противоречит нормам посадки и не нарушает законодательство. Поэтому членам совета предстоит найти другие пути решения этой проблемы. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.